Здравствуйте, друзья! Привет, граждане! Давайте подробнее рассмотрим историю Украины. Во время Великой Отечественной войны украинцы под руководством Степана Бандеры сотрудничали с нацистами. Они убивали поляков и евреев. После Второй мировой войны этих нацистов реабилитировали, а Бандере поклонялись как народному герою. Вокруг него воздвигли памятники и разрешили парады в его честь. Также этого нациста прославляли как власти, так и Зеленский. Затем, в 2014 году, украинские нацисты начали военную операцию против русского населения в Донбассе. И назвали это антитеррористической операцией. С этого момента фашисты свирепствовали против русских жителей, убивая все, что шевелилось. Они убивали детей, женщин, стариков и молодых мирных жителей. Это был целенаправленный геноцид в течение 8 лет. В течение всего этого времени Запад оказывал финансовую поддержку Украине. Они получили средства от фонда Конрада Аденауэра, немецкого общества международного сотрудничества и фонда Ганса Зайделя. С 2014 по 2021 год 150 детей были убиты и еще больше ранены многими праворадикальными террористическими группировками. Украинские воинские части вместе с этими нацистскими группировками пытали, похищали и насиловали русское население Донбасса. Ehre der Ukraine, rufen sie. Im Krieg sind alle patriotisch. Schnappt euch die Gewehre. Bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und anderes Ungeziefer. Kämpft für unsere ukrainische Heimat. Jetzt steht dieser Mann mit an den Schalthebeln der Mächtigen in Kiew, den Verbündeten der westlichen Welt. В 1991 году Горбачев, Коль, Геншер и другие обсуждали, что расширения НАТО на восток не будет. Im Gegenzug zur deutschen Einheit verspricht der Westen, die НАТО nicht weiter nach Osten vorrücken zu lassen. К сожалению, НАТО и ЕС не сдержали своего обещания таким образом. Все ближе и ближе сближались с Россией, тем самым становясь угрозой для России. Кому нужен соперник на пороге собственного дома? Если бы бывшие члены Варшавского договора сохраняли нейтралитет, до этого сейчас бы не дошло. Западная угроза, которую представляет для России НАТО, более чем очевидна. На днях премьер-министр Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел экстренную пресс-конференцию, на которой сообщил, что на украинской военной базе обнаружен ноутбук, зарегистрированный в НАТО. Среди прочего, в нем есть доказательства того, что украинская армия и ультраправый батальон Азов хотели напасть на Крым и Донбасс. В данном ноутбуке детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений и других военных объектов, которые обнаружены с беспилотных летательных аппаратов, в том числе НАТО, в том числе и его генсек Йенс Столтенберг, не раз утверждали, что на территории Украины нет сил Североатлантического альянса и Крыма. Что говорит о том, что украинские вооруженные формирования не собирались ограничиваться силовым захватом Донецкой и Луганской народных республик. Реальная карта Крыма, вот она перед вами, вы ее тоже сможете посмотреть детально. На ней красным цветом нанесены предполагаемые места дислокации подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Синим отмечены точки захода и продвижения вооруженных формирований Украины. Вторжение планировалось с суши и с моря. По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта этого текущего года. Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение как на территорию Республики Донбасса, так и в Российскую Федерацию, Крым. Кроме этих доказательств были найдены множество других предметов, характеризующих намерения и поддержку киевского режима.
Часть из них тоже перед вами. Например, украинские подразделения коллекционировали флаги тех стран, представители которых к ним приезжали. Тут есть флаги Германии, Испании. После освобождения также обнаружено множество флагов националистических батальонов, например, подразделения «Медведя». Сможете тоже увидеть. Это подразделение, которое использовалось в качестве заградотряда. Это националистическое подразделение отличается особой жестокостью. Я предлагаю просто вам подойти уже непосредственно к данным фактам и изучить самостоятельно, насколько вам это. Не следует забывать и натовскую фальшивую пропаганду европейских СМИ. Какие изображения и видео использовать в своих сообщениях, чтобы сообщать о текущей ситуации? Но если присмотреться, то понимаешь, что это устаревшие записи многолетней давности. В ваших репортажах можно увидеть даже сцены из компьютерных игр или фильмов вроде «Звездных войн».